Всем привет! С вами дед Логопед и его братья. На самом деле, все тоже Сергей Лобанов. Пользуясь случаем, хочу снять видео о том, сколько стоит ремонт велосипеда в городе Хелмне. Вот, я вам уже показывал. Я выхватил у пана Бианчи, итальянчик. Такие интересные у него ручки тормозные. Жаль, не дуалы. Но все же. Ну, то, что я знаю, здесь надо исправить оба колеса восьмерки. На переднем не хватает три спицы, естественно. Вот. Сколько в ходе событий еще вылетит, не знаю. Ну вот, все. В принципе, переключалки работают. Тормоза требуют регулировки. Возможно, даже и замены тормозных колодок. Фара отсутствует. Присутствует только материальная часть. Духовная. Она, короче, не жива. И сзади габариты тоже. Я любитель ночных покатушек. Это все придется приобретать здесь на месте. Ну, в общем, опять дорога. Погода испортилась, но это не помеха. Мне это не помеха. Все, сейчас дойдем, будем посмотреть. Ну, в принципе, вот такой вот магазинчик вело. Единственное, что нашел доступный. Такой, велосипеды здесь не очень. Ну, так по городу поматрасить можно. А нашел я его благодаря рекламе. Вот, как я не люблю рекламу, но в принципе сейчас она сыграла свою решаемую роль. Сейчас я вам покажу ее. А, вот она. Склеп Роверовый, Жак Поль, улица Млинска, 7. 50 метров вот туда, оттуда я пришел. Пожалуйста, велосипедисты, будете здесь в Хелмне, заходите. Пока я ходил, заводил велик на ремонт, оставлял на ремонте. Пан купил новую кровать. Теперь мы не на раскладушках, а на такой крутой двухъярусной кровати. Угадайте, кто сверху. Ни за что не догадайтесь. Кто же сверху спит? И, конечно же, я. Итак, это Бианчик, итальянчик. Наступил день. Закончилась работа. Я забрал его с ремонта. В принципе, что здесь было отцентровано, два колеса, исправлен задний габарит. Я еще не пробовал, работает ли он. Ну, возможно, будет работать. Но это не важно. Три новые спицы спереди и две восьмерки исправлены и подправлены тормоза. Тормозов, конечно, мало, но мне не для даунхила. На ровной местности сойдет. Пока еще трусы сухие, погода нелетная, решил катануть, но уже чувствую, надо назад ехать, менять трусы. Здесь заехал вот такой вид, классный костел. Ну что здесь, я не знаю, с другой стороны заехал, мы там на днях снимали там. Ну вот, в принципе, коротко о велосипеде. Обошлось мне это все в районе 50 злотых. Ну это, в принципе, немного. Ну, конечно, работы немного. Вот так, это что, путешественники, будете в Хелмне. Знаете, вам ремонт обойдется не очень дорого. Ну, сама работа. А запчасти там уже у каждого свои. Если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайк. До встречи. Поехал трусы менять.